Самый популярный среди подрастающего поколения праздник – День молодежи – отметили не только в городе, но и в сельских поселениях района. Наш репортаж из поселка Забойского. Замечательные молодые люди есть в Забойском сельском поселении. Они не только хорошо учатся как в школе, так и в средних специальных и высших учебных заведениях, но и плодотворно работают, создают семьи, растят детей. Именно о такой молодежи говорил глава поселения, от всего сердца поздравляя собравшихся у Дома культуры с праздником. За добросовестный труд, активную жизненную позицию и вклад в развитие поселка лучшие были отмечены почетными грамотами и ценными подарками. В числе награжденных был студент аграрного университета Алексей Власюк. Здесь очень тихо, спокойно и дружелюбная атмосфера. Все рады друг другу, все знакомы, все близки. Здоровый образ жизни и дружба со спортом – не пустые слова для семьи Боярка, которая принимает участие в известных соревнованиях. Мама, папа, я – спортивная семья. Я, мой муж, моя семья – мы любители спорта. Мы приучаем к этому своих детей, стараемся по возможности, когда есть время у нас. Ребеночек у меня, старший сынок, ходит в спортивную школу уже 3 года. Он занимается футболом. Малыша туда также хотим отправить. Ну, мы стараемся как-то уделять этому время. Для всех пришедших на праздник была организована развлекательная программа. Екатерина Беспалько приняла участие в концерте. Сначала пошла на вокальный кружок, там прозанималась, переехав в Краснодар учиться. Я начала заниматься там, продолжила заниматься вокалом. Мне доставляет это очень большое удовольствие. Праздник для селян получился на славу. Его участники послушали музыку, потанцевали, пообщались. А самое главное, все подзарядились хорошим настроением. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».